1 марта. Долина реки Паньшер, 5 львов. От Кабула по прямой 60-70 километров. Уездный центр Анава. Паньшеру часто не везло. До революции жители этих мест были в роли отверженных в королевском Афганистане. Теперь контрреволюция пытается использовать географическое положение и традиционную настороженность паньшерийцев по отношению к центральной власти в своих корыстных целях. Ситуация здесь сложная. Часто трудно сразу определить, где друг, а где враг. Многие находятся как бы посередине. Оперативная группа. Усиленный парашютно-десантный батальон. Высота 1800 метров. До первых домов Анавы метров 600. Справа от дороги расположился прибывший недавно полк афганских командос. Слева, на ближайшей горке, перед высокими горами, батальон царандоев. В Анаве народная власть, то есть тех самых людей, которых мы потом донимали вопросами в доме под партийным флагом. Секретарь партийной организации Анавы, товарищ Абдулла Мухаммед Риза. В Паньшерской деревне окончил начальную школу. Поступил на технический факультет в Кабуле. Несколько лет работал на авторемонтном заводе. Сейчас ему 30 лет, в партии 13 лет. Женат, 6 детей. 7 месяцев назад возглавил здесь парторганизацию. Все местные руководители – выходцы из Паньшера. Как их тут встретили? Когда пришли, в селении было лишь 4 старца, которые не могли ходить. Остальные ушли в горы. Уходили с семьями, с женами, с детьми, со скотом. Жили в пещерах за горой. Условия были ужасные. Мерзли, голодали, не было лекарств. Многие ушли бы дальше. Они боялись. Им говорили, придут новые власти и вырежут, изнасилуют, убьют. Теперь люди постепенно приходят обратно. Довольны, как возвращаются. Приехали партработники сюда без семей. Создали молодежную организацию. Партийная организация выросла за полгода в несколько раз. Много сочувствующих. Люди обращаются к народной власти. Дать еду, медикаменты, семена, удобрения. Есть признаки стабилизации. Ступень за ступенью. Мы вошли в кишлак и сразу почувствовали, взглянув вдоль единственной искривленной улицы, возле домов возбуждение. С гор пришли человек 30, но без оружия. Завидев нас, заволновались, закричали. Мы отступили, остановились. Один пришелец, молодой, обросший черной шелковистой бородой, замахал руками. «Не надо снимать, а так идите», мы подумали. А зачем идти без камеры? Что увидим еще? Снимали тайком. Он что, боится, чтобы не осталось его фотографий? Что попадут они к царандою, если он будет воевать против нас? Да, ответил он с обезоруживающей простотой. Подошли еще двое. Один постарше и еще один молодой. Он улыбался в ответ, а старший сдержанно настороженно смотрел, хотя и без злобы. Вроде того, тебе-то что надо? Когда уходили из парткрепости и стали снимать мальчика в воротах, секретарь крикнул: «Оставайтесь внутри и тихо».
к отдельному дукану, стоящему на отшибе, почти что в поле, шли трое, на этот раз с оружием. Третье марта. Предыдущие страницы мною записаны в той же анаве до обеда. Погоды нет. Ночь была низги. У дверей избушки часовой. В 10 шагах у другой такой же избы еще один. И дальше десятки. У всех ходов и проходов. Но глубину роста человеческого, прорытых с помощью взрывов, в твердой, как гранит, каменистой земле. Все расположение иссечено такими траншеями. В земле бронетранспортеры, танки, гнезда, караулки и так далее. Словом, зарылись в камень. Утром в 5, еще в темноте, заскулил пес, попросился на улицу. Я вышел за ним. Дождь. После 6 открылись горы. Пониже снежных шапок густые слоистые облака. От земли туман. Что-то в картине этой напомнило мне далекое, из молодости. Такое же утро в поселке Казбеге на перевале Военно-Грузинской. Турбаза мокрая, поход на Гергетский ледник. Как давно это было? Даже сердце щемит. А как перевал-то называется? Склероз. Машина движется в центре колонны с выброшенной вверх антенной, поддерживает двустороннюю связь. Дорога с выбоинами ползет то в гору, то вниз, петляет по склонам. Справа и слева от дороги попадаются глиняные дувалы заброшенных кишлаков. Поди угадай, за каким из них притаились душманы. Для них это родные горы. Они идут там, как звери, с каким-то диким чутьем. На чудовищных каменных тропах, карнизах, по снегу. Афганская армия теснит душманов. Не то, что 2-3 года назад. Были банды по 200, даже по 500 душманов. Сейчас таких нет. Революции помогает их политическая разобщенность. Вот и действуют бандиты из-под тишка, миной и кинжалом.